Национальный парк Сатапле или Сатаплия, не знаю, как правильно ударение куда ставить, находится в регионе Меретия, недалеко от Кутаиси, буквально там минут 20 езды максимум. Это вот карта, где, как мы видим, где Кутаиси, а где на севере находится сам парк. Что там есть интересного посмотреть? Ну, во-первых, знаменитый реликтовый колхидский лес, которому там, я не знаю, сколько много, сотен, десятки тысяч лет, но он действительно очень старый. Рекомендую сначала приехать сюда и посетить, перед пещерой Прометея, которая находится рядом, посетить вот эту вот панорамную площадку стеклянную над Пчелиным обрывом. Почему Пчелиный, расскажу позже. Она иногда бывает открыта, как мы видели на первом видео, на втором видео иногда она бывает закрыта, потому что некоторые особурьяные туристы разрушают то ли стекло, то ли еще что-то. Здесь она была в аварийном состоянии во время одного моего визита. Ну, там, в принципе, камер никого не было, можно было на свой страх и риск, в принципе, туда зайти и походить. Кстати, почему этот называется обрыв Медовый и почему называется парк Сатаплия? С грузинского слова «тапли» в переводе означает «мед», а Сатаплия – место, где есть мед, то есть скала, обрыв, где место есть мед. То есть здесь когда-то жили дикие пчелы, ну, то есть медовый обрыв называется. Здесь, ну, сейчас их почти уже не увидеть, потому что туристов старало привезть слишком много. Но, судя по рассказам местных, еще лет 10 назад туристов у пчел было очень много. Потом есть так называемый знаменитый макет динозавров пластиковых. И вот если спуститься вниз, здесь можно увидеть следы динозавров, которым 150 миллионов лет. Ну, вид как бы непонятный какой, как будто бы пробежала какая-то курица большая. Но рядом есть потухший вулкан, и говорят, что динозавры походили-походили, потом вулкан сгорбся, пепел все это дело занес, потом они два раза походили, потом опять занес. То есть следы находятся в два слоя. Скажем так, ну и вот так вот рядом сделали опять же мини-парк вот таких вот динозавров. То есть когда-то они здесь жили, когда-то они ходили. Ну, поэтому еще раз говорю, рядом еще находится вот такая вот небольшая детская площадка, где можно, ну, для взрослых, в принципе, почему бы нет, можно покататься. Ну и насладиться различными местами, цветочками, вот такими деревьями, которые в МХУ, ну, лес действительно реликтовый, чувствуется это, да. Ну, а после посещения парка уже непосредственно направиться в пещеру Прометея. Уже после Прометея у вас сил на этот парк просто не останется.